Поехали мы на Комрад Фест. Классный. Кстати, недавно турагентства стали продавать туры в Житомир. Друзья, все мои находки. Автомобиль находится в земле. Его необходимо выкопать. Это самое сумасшедшее в мире идея. Неимоверная атмосфера творится на фестивале. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Приехали мы на Комрад Фест, который находится возле Киева. Это ежегодный фестиваль кладоискателей. Завтра он начинается, в субботу. Мы приехали в пятницу. Сейчас вот разбили лагерь. Сейчас я вам быстренько пробегусь, покажу наш лагерь, как мы тут обосновались. Погода, конечно, ну не самая лучшая, я вам скажу. Ветруганище страшный, не знаю, как меня там будет слышно. Надеюсь, вы все меня услышите. Сегодня съедется сюда много поисковиков, много блогеров. Очень хочу всех увидеть, всех, с которыми давно не виделся, с ребятами. Леху очень жду с канала «В поисках сокровищ». Андрюху, ребят, вам привет. Сейчас я вам быстренько пробегусь. Мы тут заняли такой местечок, неплохой, в принципе. Еще подъедут ребята, Серега подъедет с Полтавы. Серега, мы тебя ждем, Серегу ждем с Бердичева тоже. Ребята, подъезжайте, место есть, мы вас всех ждем. Тут наш флаг. Сейчас покажу, где он. Где? На палаточке вот сверху. Во, за мной. Вот. Флаг. Спилка блогеров Украины копию. Ребята, смотрите на флаг и подъезжайте к нам. Значит, смотрите, что у нас здесь. Сейчас покажу вам. Значит, тут мы машины поставили. Значит, здесь такую вот палаточку сделали. Там у нас столик, стульчики. Это наша палатка. Здесь будем ночевать. Тут пацаны разводят костерчик. И сейчас нам Геша будет готовить самый вкусный в мире плов. Сейчас мы ему быстренько поможем. Там почистим морковку, цибульку. Да, все, Генчик? Все на свете почистить. Все почистим. Сейчас все тебе сделаем. Поможем. Пока вот разжигаем костер, ну и будем готовить кушать. Значит, что у нас по локации? Вот там вот палаточный городок, но мы туда не пошли, ребят, потому что туда машиной очень плохо заехать. Здесь ребята обосновались тоже рядышком, вернее, мы рядышком с ними стали. А вот здесь вот будут проходить конкурсы, я так понимаю, поиск. Основной конкурс поиск жетонов будет проходить вот здесь вот на песке, на вот этом вот поле. Где сцена будет стоять, пока не знаю. Завтра они съедутся, в общем, и что-то будем... Вот Комрад передает привет. В общем, вот такие вот дела. Сейчас к вам развернусь. Вот такие, в общем, у нас дела, ребята. Мы сегодня обосновываемся, ужинаем. И завтра с утра начнем уже участие в фестивале. Все, смотрите, не переключайтесь.
Друзья, доброе утро всем. Утро началось на Камрад-фесте. Вот так вот собирают сцену, а мы идем регистрироваться. Вот очередь регистрации. Сейчас зарегистрируемся, в общем, и я думаю, скоро будут начинаться какие-то конкурсы. Ребят, мы зарегистрировались, я получил бейджик номер 176. Не хочу ничего говорить. Сейчас собирают сцену, в общем. А, смотрите, тут вот кухня за моей спиной. Холодно, капец. Пар с водой идет. Сорта идет. Собирают сцену. Костры горят. Камрад. Регистрации рад. Сейчас там сзади за моей спиной собирают сцену. И я думаю, еще какой-то часик и начнутся основные конкурсы, в которых мы будем принимать участие. Жду еще друзей, не все еще посъезжались. Жду Леху, должен быть. Кухня уже работает на месте. Подойдем, потом посмотрим, что они там готовят вкусненького. Ну, в общем, ждем, пока все еще собираются, еще много людей не зарегистрировано. Ждем, пока все дозарегистрируются и будут начинать конкурсы. Смотрите, тут вот такое вот поле, сейчас вам покажу. Поле, на котором будут проходить основные конкурсы. Сейчас, вот здесь вот, на этом поле будут проходить основные конкурсы. Я так понимаю, поиска жетонов и всего остального. Днепр там вот дальше. Красота просто неимоверная. Вот это вот, друзья, площадка проведения конкурсов. Ставят сцену. Сейчас будет, поднимут эту крышу, будет готова сцена и будут начинать палатки спонсоров. Вот такие вот дела. Ладно, ждем регистрацию и потом пойдем участвовать в конкурсах. Посмотрите, что происходит. Нам Артем несет вкусный борщ. Сегодня эксклюзивный официант. Красавчик просто. И рядом тут горячий кипяток. Мене тоді не вийшло під'їхати, жалко. Ну, блин. Саня, привіт передаст. Поп'ю, реально, блин. Все класно, хто не з нами, тот, блин, жалеть. Зміну сними. Ребятки, у нас класне настроєння, вообще. Компания супер, общение. Сейчас ребята еще подтянутся, да, я думаю, девчонки, да, там. Копьева лучшие! Помню всех областей, поэтому будем методом тыка по традиции. Так, кто у нас подальше? Ну, Полтава у нас есть, да? Да, конечно, есть. Полтава, ну это тут не очень. Чернигов! Чернигов, Петя из Чернигова кричит, да. Так, прямо из Чернигова к нам приехал? Или ты там родился? Я, например, тоже в Донецкой области родился, но не приехал сегодня. Приехал с Черниговской, кстати. А, так, Чернигов есть, Полтава есть. Давайте рядышком. Сумы! Сумы! Есть тут у нас из Сумской области? Так, давайте подальше. Житомир! Ну, Житомир видно сразу. Классный. Кстати, недавно турагентства стали продавать туры в Житомир. Да, на неделю можно поехать, получить экстрим. У нас из Крыма, друг. Аплодисменты, комрады. Украина. Луганск. Ого!
Наша сторона любимая, моя лично по сердцу. Спасибо большое вам. Так, из Крыма, ну, я думаю, что больше 1000 километров, наверное, никто не проделал сюда, чем у нас из ЧОПа. Где этот комрад? Выходи сюда. Тысяча километров на Комрад Фест. Это успех. Ого! Комрады, комрады, мы открываемся. Всех ждем возле сцены. 367 человек у нас где-то зарегистрировалось сегодня. Ждем всех возле сцены и начнем. Как мы это делаем? Все катушечки вверх! Все катушечки вверх! Еще, еще, ребята! Раз, два, три! Официально открыли мы фестиваль! Сейчас сделаем фотографию и поиски. Поп его лучше! Ищем. Что ищем? Артефакты. Серебро. Два золотых кольца. Два золотых кольца. Горшки, закладухи, пятаки из личной коллекции монеты. Внимание! Ищем такие артефакты, за которые будут выданы призы. В земле закопаны два маленьких самолетика. Ту-144 и Ту-124. За каждый из найденных самолетиков будет приз – металлодетектор. Тот, кто найдет самолетик Ту-144, Ту-124, вам приз – металлодетектор. Фирму все скажем потом. В сегодняшнем копе закопана жабка Гонолулу. Кто найдет жабку из Гонолулу, тому лопата Фискарс в подарок. Кто найдет 13-й жетон, внимание, 13-й жетон, 5 литров спирта специально от Самкова. Я не знаю, как вы поедете домой потом. 13-й жетон. И 13-й жетон, 5 литров спирта. Друзья, конкурс поиска жетонов в полном разгаре. Движуха конкретная идет. Главный приз – автомобиль. Нужно найти ключи. Идем искать. Ребята, поиск в полном разгаре, короче. Тут просто засеяно монет. Тёмыч, что ты нашел, покажи. Не знаю, штук 100 или 150. Вот мои, короче. Вот это мои находки за 15 минут, наверное. Ну, может, 20. Еша, ты что, братан? Ты так стал вообще. Да, блин, не могу разогнуться, блин, ё-моё. Вот, садош менее 3 монеты. Красавчик. Издевательство. Издевательство над копачами. Инна. Ребята, клады везде находятся, но только не на людях. О, у тебя такая классная штука. Да, офигеть. Крутяк, вот это в песке копаться. Батарейка от рации. Супер. Ого. Ого. Класс. Балфен. Кто нашел батарейку? Короче, движуха творится просто неимоверная. А, вон комрад. Вот туда, там коньяк, барная стойка. На определение. Вот, ты ж наконечник. Теперь тебе пришло это, да, на определение. Ремни наконечник. Не уверен, какой, но очень старый точно. Это топор, Геша, это топор, смотри глубже. Амулет-топор. Амулет-топор, да. Поиск цели, определение цели. Идем искать. Как успехи? Идут, что нашел. Ну как все, гость монет, но ничего интересного. Ничего интересного. Я понял. Идем и мы искать, друзья. Надо найти что-то интересное. Нас Бодя нашел ключи. Давай. Показывай. И кто ты после этого будет? О, Мерс. Как били? Хуёво.
железом. Но ты решил. Переливом, понял? Да. Но ты решил копнуть. Да я рядом монеты железные, копал эти, блин. Ага. Монет, смотри, что показал. Слушай, я не знаю, как показать. Просто послушай звук в кармане. Я злюсь. Просто жесть, да? Я уже запарился реально их рыть. Я тоже. Я ключи нашел. Я сижу в одном месте, знаешь, и просто пинпоинтером их выбираю. А где ключи нашел? Вон там, на той стороне. С той стороны, да? Ну, одни здесь ключи нашли, вот там, где там мой прибор. Там возле меня тоже еще нашли. Тоже нашли, да? Ну, черным било, да? Ну, вот, знаешь, типа, не чистый черный сигнал, а с переливом, типа, то туда, то туда. Ага. Ну, все, я надеюсь, что ты выиграешь тачку. Я тоже надеюсь. Все, будут колеса, будет на чем гонять, короче, блин, на ком. Катаюсь нормально. Так, я пошел искать, там где-то вон прибор мой стоит. Вон он. Да я сейчас бухать пойду уже. Правильно. Поддержу тебя чуть попозже. Хорошо. Ладно, давай. Что ты, с двух рук валишь? Выбиваю поле, Серега. Ты мне напоминаешь потрошителя. Любомир, зацени, как надо искать. Ты под этого, под... Под потрошителя, Костя. Нормально, сейчас все монеты мои. Ключи показать? Показывай. Да. О, хорош. Так, все. Ребят, идет награждение победителей. Сейчас снимем, что там, кто там что выиграл. И пейнтпоинтер в подарок. Это комплект. Держи. Пульс-дайв. Комплект пульс-дайв. Ого, ваши аплодисменты. Так, пошли первые розыгрыши. Кстати, часы. Кто нашел часы? Так, у нас было закопано трое часов. Это у нас такая была ирония со временем. То есть, кто с пользой потратил свое время выходить на сцену с часами? У нас трое часов. Трое часов. А что у вас четверо? Я так понимаю, вы за компанию, да? Ну, понятно. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что за часы. Так, это брикет, да? Так, это у нас Александр откуда? Винница. Винница! Александр Винница. Так, здесь у нас? Днепр. Днепр, имя? Дима. Дмитрий Днепр, тоже классные такие, с браслетом, держите цепочкой. И Максим? Макс. Житомир. Макс. Житомир Лозовая. Поезд Житомир Лозовая. Да. Окей. Каждому, кто нашел часы, мы вручаем по катушке. Нел, Марс и Гэрис. Так, это у нас сертификат от компании Марс. Да, на катушку. Держите. Дмитрий, это сертификат от компании Гэрис. Тоже можно будет приобрести катушку. И неловская катушка. Сергей. Маленькую можно, да. Неловская катушка. Макс, держи. А это братуха. И братуха рядом всегда. Аплодисменты комрадам! А кто нашел кладуху с глечик? Выходи сюда.
А где он? Где он, Влад? Можно показать? Маша, подойди ко мне, пожалуйста. Итак, братуха нашел кладуху! Там находился, вот недалеко от поиска определения целей. Ну, за такую успешность от наших партнеров, от компании Quest. Маш, есть там у нас наушники? Да возьмите прям в... Маша, возьмите прямо у них там в этом, в палатке. Да, это от наших партнеров наушники от компании Quest. Мы пока пообщаемся. А Виталик откуда? С Киева. Из Киева. Сколько раз на Камраде? Первый раз приехал. Первый раз. Фортуна любит новичков. Как ощущения? Когда приехали? Вчера, сегодня? Вчера приехал в 10. Думал, 2 часа посидел. Утром уже понял, 6 было. Ну, так классно проводил время, познакомился с людьми. Реально, время просто улетает. Очень классно. Спасибо большое. Машуль, да, у нас есть вот от компании Quest. Ну, за такую удачливость, за такой успех. Держите, пожалуйста, вам наушники. Спасибо большое. Киев! Удачного копа. Ну и, наверное, Саша, сейчас надо выключить музыку вообще полностью. Наверное, самая, так сказать, долгожданная. Кто нашел ключи? Погодьте, кто нашел брелки? Так, брелоки, правильно говорить, да. И ключ. Так, подходите к сцене сюда. Не на сцену, а к сцене. Вот к сцене. Так, вот здесь, да, лицом туда повернитесь, чтобы вас видели. Так, давайте я спущусь, чтобы я понял масштаб нашей драмы. Так, бить будут больно, но недолго. Так, ребят, объясняю. Автомобиль находится в земле. Его необходимо выкопать. Находится он вот в той секции, да. Там покажет кто-то из наших помощников. Секция обнесена заградительной лентой. Что делаем? Необходимо отрыть автомобиль. Для этого, комрады, вы можете каждый, у кого есть ключ или брелок, вы можете попросить своих комрадов, своих друзей, кого-то смотивировать и отрыть автомобиль. Чей ключ, внимание? Чей ключ? От чего ключа машина заведется? От чего ключа машина заведется? От чего ключа машина заведется? Тот на том домой и поедет. Тот на том домой и поедет. Вы готовы копать? Без регистрации? У нас все договорено. Вопросы административного характера мы все уладили. А растаможка, граница, вопросы с МРЭО, с полицией, все решено, ребят, все решено. Машина, я думаю, Илон Маск будет доволен. Вы готовы копать? Итак, Маша, подними ручку. Вон там наша главная организатор Машенька машет вам. Комрады, вперед, выкапываем автомобиль! Ребят, все просим вас помочь, потому что там серьезный коп. Серьезный коп. Здесь закопан автомобиль, друзья. Сейчас начнется движуха по выкапыванию. Понеслась. Крыша? Вот она, крыша автомобиля, друзья. Не поцарапайте! Мою машину! Мою машину! Расходим. Там реально. Давайте там все копать.
Что вы выиграли? Квест, ура! Поздравляю. Буду копать. Класс. Разбили стекло. Разбили. Ой, вылазь, или залазь тоже. Залазь ты. А он на нет и собирает, блядь. Никита. Никита, вылезь там, походу. Разбило стекло, да? Да. У меня нет. Нет? Все, ребят, копайте. Осторожно, машина сейчас поедет. Блять, машину разбили, ногу. Машину разбили. Видишь, не подошли. Ну что ему? Сколько мы? Вообще, кто до такого додумался машину в песок закопать? Вообще. Ужас просто, да? Машину целую, невредимую. Ну, которая была невредимая. Машину, а теперь она разбита. Кошмар. Это самая новая машина. А ее закопали какие-то люди и... Нехорошие, да? Да, очень нехорошие. Тем более там написано «Комбрать квест». Это значит, что это крутая машина. А если, ну, ее разбили? Ты расстроена, да? Не расстраиваешься. И тем более я ключи не выиграла. Капец вообще. Это самая сумасшедшая в мире идея. Я дождусь, я еще на Копаны, копаны. Поздравим его! Откапывайте сам. Что, завелась реально? Да, да, завелась. Вот это прикол! Закопайте! Откапывайте спереди, мы дернем трактором. Откопайте! Блин, так прикольно она под землей. Скажи? Друзья, приехал Андрюха. Будет этой машиной вынимать ту, которая закопана. Разворачивайтесь. Это такого бы закопали. Да ты шо, это аппарат такой, что капец. Бампер вареный. Та, машина-зверь. Машина-зверь, да. Всем привет! Ссылка в описании. Давайте сделаем совместное фото все вместе. Давай. Внутри этой хуни. Так, куда-то фотокамеру. Так, на Гурьевском районе. Да, Саня. Самолушек. Группа Вайберы. И не только. Серега. Привет. Андрюха, не роняй вилки. Смачного. Друзья, все мои находки с конкурса поиска ключей, жетонов, чего там еще, монет. Сейчас я посчитаю, сколько здесь их штук. Друзья, я посчитал 101 монета. 101 монета. Просто капец. Ну, надеюсь, все-таки кто-то сможет побить эти три рекорда, ну, три первые места. Раз, два, три. А не так-то легко, как казалось, да? Вот кажется, подходишь, что там ее бросать? Бросил себе и все. Нет. Не так просто. Виктория. Ветер же. Виктория, вы будете петь песню «Переделан»? Если не напьетесь. Кстати, хорошее название новой песни. Если не напьюсь. Завтра я проснусь. Тупста. Вы готовы? Раз, два. Окей. Okay.
Ай, ну что ж так вот. Хороший бросок, но немного не долетел. Как зовут тебя? Юлиана, ты готова? Давай, на три. Раз, два, три. Отлично. Друзья, иду смотреть, что там откопали, Жигули или не откопали. Я думаю, что уже должны были откопать, прошло энное количество времени. И что там у нас? Трос уже с лебедки растянули. Смотрим, что там. Номера Камрад. О! Достали все-таки. Да, откопали. Где ты призыв? Ты зерн на шею. Какой он чистый. Мы вытянем шею полностью в песок. Машину завели, все работает. А, вы тут. Овации! Камрад, как зовут? Ярослав. Ярослав, откуда? Город Винница. Винница! Я смотрю, винницкие все никак с арены не сойдут, да? Тут... Главный ушел, теперь... Так, ключ подошел. Слушай, ты вообще счастлив или нет? О, я вообще в ужасе. А права взял? Машину человек выиграл. Эй! Выкопал, выкопал. Ярослав, как фамилия? Сологуб. Ярослав Сологуб, выписываем грамоту. Ярослав, твои ощущения вообще расскажи всем. Пацаны, я никогда не мог поверить, что первый раз приеду на фест, в апреле получил металлоискатель и сразу такие подарки будут. Огонь! Надо верить в свою судьбу, в свою удачу. Прикиньте, приехал на фестиваль и сразу машину получил. А, подожди, еще приз, кепочку от компании, да. Держи, пожалуйста. Нокто Макро. Фотография возле машины общая. Друзья, неимоверная атмосфера творится на фестивале. Сейчас выступают девчонки на сцене. Смотрите, что происходит. Смотрите. Сейчас мы это все увидим ближе. Трёх-шоу наши, девчонки, подружки классные. Вам понравилось, комрады? Мало-мало половин. Так, значит, делаем так. Сейчас 10 минут. У вас будет еще лицезреть, куда и на что. Только просьба, большая просьба. Саша, музыку тише сделай. Нет, ближе вот не подходить сюда.